Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Doom Bed. Поехали. Так, где мы с вами остановились? Так, тут у нас один уровень буквально не пройден. Слушайте, а давайте мы, наверное, его пройдем. Как говорится, избавимся от этого замка, чтобы он больше нам, как говорится, глаза не мозолил. Так, надо бы вспомнить, что у нас тут. Я на самом деле не помню. Ладно, возьмем свои все стандартные, ребят, ловушки, генераторы. Так, заморозочку возьмем, щупальцы осьминога, и возьмем двух миньонов. У меня открылись, ребята, вот два миньона: медик и тропер, пехотинец. Надо пехотинца обязательно себе открыть. Он очень полезен, он нам очень хорошо зайдет. Так, что? Ого, ага. Вот так вот даже, ладно, приступаем, ребята. Чего? Сразу с этого охламона начинает? Так, мне, ребят, нужен генератор. Мне нужен здесь генератор, с вашего, извините меня, позволения. Я его поставлю вот сюда. Так, пока будем бомбить, он потом же все равно у нас пойдет наверх, так? Так. Так, пока он там будет фотографироваться, мы будем его, ребят, немножко мурыжить. Да-да, по-другому это не назвать. Щупальцы, куда бы мне щупальцы поставить? Эй-эй-эй-эй-эй, вот этого только мне не хватало. Ой, ребята, тут еще и инженеры сразу же бегут. Это нечестно. Это нечестно вот так вот делать. Да ну, хорош, они еще и сверху сразу, ребят, начинают. По-моему, я этот уровень не смогу пройти. Так, что сделаем? Что мне тут сделать? Давай вот так попробуем. Они со всех сторон прут. Давай заморозим хоть маленечко, что ли, я не знаю. Тут уже, ребята, и принцесса-то практически сразу же стоит. Как мне? Давай вот сюда щупальцу поставлю я. Они сейчас зайдут, ребят, в эту дверь, и появятся уже вот здесь. Вот об этом я вам, ребята, говорил. То есть мне вряд ли получится с ними справиться. Угу. Так оно и будет, ребята, сейчас похитят. Хотя мы можем с вами вот так вот сделать защиту. Почему? А, я не могу, я понял, ребята. Так, ну ладно, предположим, здесь мы, ребят, как бы с вами, ну, справились. Ну, кое-как, да? С горем пополам. Давай так поставим электрического миньона сюда. Может быть, он нам хоть как-нибудь здесь, ну, немножечко подсобит, что ли. Так, миньона подбили. Нет, не надо. Не надо здесь, пожалуйста, мне лезть. Гарпун, блин, почему я, ребят, не могу никуда гарпун? Так, последняя волна, да, финальная. Ладно, мы здесь с вами отстояли, предположим. Но это, ребят, еще только самое начало. Генераторов у нас с вами очень-очень мало. И они не успевают, ребят, вырабатывать здесь энергию. Так, прет. Прет, говнюк мелкий. Так, ладно, ниндзюца. Вот сюда, ребята, нам надо поставить с вами гарпуны. Это в обязательном порядке. Другого нам не нужно. Вот только лишь гарпуны. Так, давай еще одному миньону сюда поставим. И, конечно, хотелось бы на каждый островок поставить тоже, ребят, по миньону. Давай вот тут тоже заморозочку влепим с вами. Так, где у меня вся энергия? Вот, оу, внизу-то что происходит? Внизу-то, ребята, что происходит? Все бомбят меня, а, ты посмотри. Ты просто посмотри, что происходит. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это что ж такое-то тут вытворяется, ребята? Это что же, я спрашиваю вас, вытворяется-то такое здесь? Это вся армада идет ко мне сюда. Лучники бомбят, а? Не могу. Давай вот сюда поставим с вами еще один. Так, ну ладно, хорошо, хоть здесь миньоны нам немножечко помогают с вами. Они щупальцы уничтожают, кентакли, да? Да, ребята, они уничтожают щупальцы нам. Вот они бегут, ползут. Уже начинается, ребята, смотри. А ну-ка дай-ка я его сюда вот заморозку влеплю. И на каждый островок надо бы, наверное, нам, ребят, поставить миньона. У принцессы еще пока, ребята, действует защита. Вы это видите прекрасно. Давай вот так вот поставим. Так, они пока здесь прыгают, да? Якобы, ну, веселятся, так скажем. Хотя мне вот далеко, ребята, не до веселья, серьезно вам говорю. Так, дай-ка я попробую вот так вот сделать. И вот сюда электрического поставить, миньона. Пускай он здесь их жарит. Да ладно, еще этого тут не хватало мне, рыцаря. Рыцарь, блин, кругом у вас стола бежит, смотри.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Начинают уничтожать, естественно, мне все мои, ребят, ловушки. Так, этот горит. Где мой... А, у меня ни одного, ребят, генератора нету. Хе-хе-хей. Вот она в чем проблема. Так, у принцессы еще, ребят, стоит пока защита. Ну, их здесь два. Понимаешь, к чему я? Так, заморозил, предположим, да, ребят? А, миньона он уже убрал мне. Он уже здесь убрал миньона. Твою же маковку. Давай вот так вот с вами сделаем. Здесь бы, конечно, хотелось бы электрического, на самом деле, поставить. От него было бы, наверное, здесь больше толку. Мне так кажется, ребят. Щупальца, почему ты их не бомбишь? Бомби их, пожалуйста, бомби. О, заморозка сработала. Так, заморозка сработала. И давай вот так вот мы с вами сюда еще миньона вызовем. Ну подбейте вы, господи. Ну последних два рыцаря этих осталось. Что вы как эти, я не могу понять. Они так быстро его разбирают, что ли, получается? Ну да, выходит так, ребята. Сейчас защита закончится, и они у меня похитят принцессу. Это все будет у меня, ребят, на смарку. Понимаете? А, не могу прям. 180 нужно, да, для... А, вот мы как можем с вами сделать. Вот так вот будет, наверное, еще лучше. Пускай гарпуны их бомбят. Ты посмотри, какие они на самом деле, ребята, крепкие. Сколько по ним приходится бомбить. Минус один, наконец-то. Есть. Все, ребята, мы с вами прошли этот замок. 600 получил я монеточек. У меня 905. И здесь пройдено все, абсолютно все идеально. Отлично, про этот замок можно забыть. Ну что, давайте, наверное, что-нибудь для себя такое подходящее найдем, где не слишком много пройдено. Так, а что здесь нужно? Хм. Не помню я такого, ребят. Давай посмотрим. Тут нету, что ли, ни рейта, ничего? Ну-ка, давай глянем. Так, ночь. Один. А, все, ребят, я понял, понял. Здесь будет у нас... Ну, как вам сказать? Это бесконечные будут волны, и мы здесь с вами должны будем выжить как можно дольше. Все, я вспомнил. Ну, давай попробуем. Тут еще, вон, видите... Балконы есть. Это очень плохо. Для меня это очень плохо, потому что они будут везде. Сейчас со всех сторон будут идти. Начинается, конечно же, все с маленьких, да, врагов. А потом постепенно все крупнее, крупнее и крупнее будут враги. И все будет больше и злее. Вот такая вот, короче. Вон, вот. Да, я вспомнил. Тут слишком много, ребят, не забалуешь на самом деле. Потому что они сейчас вот в эту дверь подойдут. И они пойдут у нас наверх. Что нам делать? Ну, мы можем здесь вот поставить миньона. Но миньон... Ой, елки-палки, хорош. Я говорю, хорош. Сколько вас тут? И как? И как, ребята? А? Ночь первая, да? Сказали. Принцессу-то, конечно же, не похитят они. Не дам, не позволю. Я не позволю им здесь, ребят, похитить принцессу. Вот так вот сделаем. Будем тут их разбивать всех. Да, глупо, конечно, с моей стороны и тратить вот эти вот все наши ловушки. Но, с другой стороны, ничего не поделаешь. Так, финальная волна. Понятно, спасибо. Финальная волна, будем знать. Давай вот сюда поставим с вами ловушку. Так, что же дальше? Что же дальше мне делать? Два генератора, это, конечно, маловато будет. На самом-то деле... Сделаем, короче, вот сюда поставим. И, пожалуй, вот сюда. Вот сюда надо, наверное, влепить нам, ребята, заморозку, чтобы она замораживала противников. Ну, а вот здесь мы поставим с вами шиповку. Вот так вот. Хорошо, пока вроде бы нормуль все, ребят. Пока все отлично. Но все равно защита еще пока слабенькая. Пока еще слабенькая защита у нас здесь. Давай вот так вот влепим. Сюда поставим миньона. На всякий случай мы с вами. Пускай, если он пройдет кто-нибудь, да, через дверь, чтобы здесь его уже подлавливали мы. Так, деньги все это забираем. Опыт. Ну, пока отлично, ребят. Пока все хорошо. Держим мы с вами здесь оборону. Вот сюда мы поставим тоже щупальцу.
Да, мы с вами прошли, ребят, прошли. Только я не могу понять, а смысл? Ох ты, ох ты, ох ты. Слушай, ну неплохо, 450, ребята, баблам. Ночь вторая. Блин. Прожить вторую ночь, мне кажется, не получится. Хотя хотелось бы. Начну, пожалуй, я вот так. Ага, не могу поставить, все, я понял. Давай тогда вот так вот с вами сделаем. Сейчас побегу. Ох ты, сразу вот так вот. Блин, а чё вы так? А чё вы так жестко-то? Гарпуны, давай, бомби. Естественно, они сейчас будут расстреливать. Блин, еще и на втором этаже, ребята. Еще и на втором этаже появляются архаровцы. И кто? И тут пришельцы прут. О-о-о-о-о. Наша песенка спета, по-моему, ребят, здесь. Они меня сейчас разбомбят. И как я должен был за такой короткий промежуток времени, скажите мне, с этим делом справиться, а? Я, например, ума не приложу. Ну, предположим, мы не дадим похитить принцессу. Предположим, да? Вот я вот так вот в блок, хоп. И все, и хренушки вы что тут получите у меня. Дальше я поставлю гарпун и будем по ним стрелять. Пускай они тут прыгают, как эти, как ужи на сковородке. Мне все равно на это, да? Так, пока они тут пляшут. Что, финальная волна? Хорошо, принцессу поднимают выше этажом. Она у меня еще до сих пор, ребят, по-прежнему стоит в защите. Это классно. Ну, понятное дело, что здесь пойдут. А как они будут подниматься? Здесь же ворота закрыты. Странно. Так, гарпуны мои там бомбят. Давай вот сюда поставим еще гарпун. Во-во-во-во-во, бежит, блин. Да заморозься ты, ёпрасоте, в конце-то концов. Нет, ни в какую, вот да вот упертый, а. Смотрите, ребят, какой упертый чувак. Тут еще и ниндзя. Ниндзя подбили, хорошо, ладно, боссы. Так, заморозили. Ё-моё, космонавты, кого тут только нету, а? Кого здесь только, ребята, нету? Просто адовая, адовая, ребята, игра. Я серьезно говорю, тут кроме шуток. Так, раз, два, три, три гарпуна наверху, этого мало. Давай вот сюда вот поставим щупальцу. И вот сюда мы, подожди, нам нужно вот сюда вот, ребята, гарпун влепить, еще один. Чтобы он защищал вот эти вот нижние этажи. Все, что ли? Нет, еще волна, ребята. А, все. Все, это странно. Ну что же, мы с вами зарабатываем 500 монет, ребята. У меня в данный момент... Да все. Я больше не хочу играть в ваши вот эти вот ночи. Как мне вообще уйти отсюда? Как мне покинуть эту... А, вот так вот, ребята. Короче, мы с вами будем открывать нового миньона, которого увеличать пехотинец. И надо бы нам определиться, с чем, с какой уровень, какие миссии будем проходить. Давайте, ребят, наверное, вот эти вот, да? Что там такое? Жаркое лето. Жаркое лето. Бунгало какое-то. Ладно, давайте здесь. У нас все равно, ребята, тут очень много чего не открытого. И я думаю, что стоит здесь поиграть. Так, но перед этим мы покупаем с вами нового миньона. Как я вам и обещал, это будет пехотинец. И сразу же его апгрейдим на 2. Я сказал, на 2. Отличненько. Вот его-то мы как раз и будем с вами брать. Поехали. Берем ловушки. Раз, два, три, четыре. Тут, наверное, пригодится нам заморозка. Щупальца в обязательном порядке. И миньона вот этого обычного. Поехали, ребят, поехали. Сколько тут у нас будет? Одна принцесса или две сразу же? Две. Угу. Ладно, начнем, пожалуй, с генераторов. Откуда они попрут? С воды или... А, они всегда прут с воды. Что это я, ребят, тупить-то начинаю? Ну, гарпун, только не надо это делать вид, что ты типа не видел, да? Что здесь эти... А, вот же у нас еще миньончик. Про него совсем забыл. Давай, бомби. Надо еще один генератор сюда влепить, на всякий случай. И ловушки. Так, попробуем вот так еще сделать с вами.
Блин, ты посмотри, опять этот идет пройдоха. Опять этот, ребята, пройдоха у нас. Давай вот так вот с вами поставим ловушку. Ну, здесь, ну, хоть как-то, ребята, что-то у нас есть. Надо вот теперь вот тут вот делать, потому что они и с этой стороны тоже будут идти. Так, давай-ка мы с тобой вот сюда вот, наверное, гарпунчик поставим на всякий случай. Они могут и сверху. Воу, воу, воу. Они уже, ребята, сверху. Они уже сверху, а я тут сижу. Твою же маковку, а. А я сижу тут рассусоливаюсь. Ай, что же делать? Давай так попробуем, ребят, гарпун. Ай, я боюсь, не получится у меня ничего. Ай, я боюсь, что у меня здесь не получится ничего, ребята. Я не знаю, как быть. Да, я опросноволосился и, ребята, все, я проиграю здесь. Вот это да, надо было внизу по минималке все-таки делать, а вверху по максималке. Они утащили, ребят, принцессу, и я проиграл. Ну что же, это будет мне, ребята, уроком. Всегда, кстати, считал, что вот космические уровни, да, и уровни вот с этой водой одни из сложных. Ладно, ребята, поехали, я не буду так легко сдаваться. В общем, короче, мы делаем с вами минимальную защиту здесь. Ну, буквально вот вообще минимальную, да. И уже пойдем сразу на второй этаж, будем там, ребят, с вами делать уже, ну, серьезную достаточно защиту. Только так. Только таким образом мы с вами тут, наверное, сможем пройти. Надо вот сюда еще что-нибудь влепить. Ну, например, даже вот так вот. Нет, так не пойдет, ребят, так маловато будет. Вот так еще, наверное, сделаем. И миньона вот сюда поставим, и вот тогда будет уже все отлично. Опять же, ребята, очень много времени у нас тратится. Так, теперь вот тут. Они пойдут отсюда, да? Значит, здесь нужно как можно максимально сразу же расставить приоритеты по ловушкам. Сразу же. Так, они пойдут. Здесь, тут надо будет, наверное, еще заморозку влепить. А где мой генератор? Вот они, генераторы. Пока тут все хорошо. Давай вот здесь вот сразу же с вами, наверное, сделаем, да? Щупальцы кентакли нам пригодятся здесь, это точно я вам говорю. Вот так вот. То есть будем как можно по максималке здесь с вами оборону вести. Пускай еще здесь будет у нас миньон с вами стреляющий. Вот так, там внизу у нас все хорошо. Ну, вроде бы пока как хорошо, ребят, пока. Поставим вот так вот. Так, подбили, да? Мы здесь вроде как отбились от первой атаки. Так, ну они, смотрите, что делают, ребят. Смотри, что они делают. Они вон что, ребята, делают. Хитрожопики, а. Вот хитрожопики. Очень тяжело мне контролировать все это. Но деваться нам некуда, ребят. Деваться нам некуда. И приходится... приходится отбиваться. Давай. Так, давай-ка мы сюда вот миньона еще вниз поставим с вами. Так, миньона вниз мы поставили. Давай. Опс. Тут, ребята, уже принцесса у нас. Черт бы их побрал. Да как-то... как же тут... оу, воу, воу, воу. Он бежит, ребята. Он бежит. Аж зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Похитили. Опять похитили. Да ну. Я не смог, ребята, удержать ее. К сожалению, как видите. Не смог. Не успел. Ну, сложно на самом деле вот это вот контролировать все. И внизу смотреть, и наверху. На самом деле. Тут я вам, ребят, не привираю. Все так и есть. Очень сложно. Так, последняя волна у нас, да? А, нет, мы прошли. Мы с вами прошли, ладно. Сколько нам дадут? Всего лишь 200 монет. Блин, тяжелый уровень. Слушай, ну давай тогда начнем вот с этого. Попробуем здесь, может быть, здесь нам больше с вами повезет. Черт подери, как же обидно, а? Когда проигрываешь, серьезно говорю. Погнали. Так, генератор. Вот это берем. Так, щупальца возьмем. Блин, труперы у нас, ребята, не прокачанные. Вот в чем вся проблема. И вот здесь вот самое интересное. Кого нам лучше взять? Взять пехотинца или же взять электрического миньона?
Ладно, так уж и быть, я возьму, наверное, вот этого. Так, четвертая стадия у нас. Значит, нам нужно начать, я думаю, ребята, вот отсюда, именно снизу. Почему? Потому что весь основной наплыв, я думаю, будет идти именно оттуда. Так, ну, сначала, конечно же, ребят, генераторы. По любаську все будет начинаться именно с них. Без них нам никуда. Так, и давай-ка мы, наверное, с тобой начнем вот отсюда. Сюда поставим кислотную ловушку, да? Поставим с вами, наверное, миньонов вот этих вот. Заморозку. По любасику она нам пригодится. Так, вот сюда, наверное, мы поставим шипы. Вот так все это будет дело выглядеть. Так, нужно по максималке, ребята, нам с вами здесь обустроиться, понимаете? По максималочке. Так, генераторы, это хорошо. Так, поставим вот сюда вот щупальцы. Кстати, надо будет весь пол нам усыпать, наверное, шипами. Как вы думаете? Или не надо? Или нам лучше вот так вот сделать? Посмотрим, ребята, сейчас, как у нас все это здесь дело пойдет. Вы понимаете, уже враг вам бежит, мы его прекрасно видим. И нам нужно подготавливаться, причем довольно капитально. Капитальненько. Миньоны, оу, еще и отсюда пошли. Ну, в принципе, ребят, все довольно предсказуемо пока, в данный момент. Так, опять, у меня, ребята, внизу-то что, ничего нету? С какого, блин, перепуга вдруг я внизу ничего не поставил, ребят? Как я так мог лопухнуться? Так, давай, миньоны, бомбим тут всех. Всех жарим. Так, напруги нету. Давай, пускай напруга у нас копится. Они бегут, ребята, бегут. Они нам не дадут здесь расслабиться, это я вам точно говорю. Так, тут у нас половина без шлемов. Давай еще вызовем миньона с пушкой. Так, и надо, наверное, нам с вами вот сюда, вот сзади поставить гарпун. Вот сюда. Ох ты, елки-палки, космовоин, ребята, идет. Еще тот гаденыш. Так, миньоны мои среагировали. Довольно быстро, оперативно причем. Так, что сейчас будет? Мне самому, ребята, интересно посмотреть на этот расклад. Я серьезно вам говорю. Так, давай-ка мы вот сюда еще щупальца влепим. Неужели мы справились? Но это только начало, ребята, только начало. Так, опять генератор сломанный. Давайте мы всех их активируем. Без напруги, как говорится, нам ни черта не видно. И что там происходит, тоже непонятно. Так, щупальцы. Ну, внизу, можно сказать, еще идеально у нас, ребят, с вами все расставлено. Посмотрите сами. Но... Все, что ли? Я-то думал, будет сейчас еще что-нибудь. Ну что, ребят, неплохое начало. Неплохое. 500 монет дали. 500. Слушай, это круто. Значит, я могу с вами прапать кого? Я вот не знаю, что у нас делает... Зачем я это сделал? Я хотел просто посмотреть. Да елки-то палки. Что он у нас сделает, вот этот вот миньон? Я так и не понял. Вот серьезно вам говорю. Лечит поврежденные ловушки и миньонов. Все, теперь я понял, ребята, что он делает. Что у нас здесь самое интересное? Вот тут, да? Весь подвох будет у нас происходить именно здесь. Так что давайте. А погоди-ка, они еще и сверху же могут ползти, не только снизу, получается. Вот оно что. Так, ладно, давайте, ребят, потихонечку будем подготавливаться. Нам, конечно же, здесь нужны будут генераторы. Везде заблокируем, как говорится, проходы, входы и выходы. Чтобы ни один говнюк сюда, ребят, не попал, не смог пройти. Так, щупальцы, это хорошо. Ну, генератор, одного генератора мало, мне кажется, ребят. Мало просто-напросто его. А куда мне еще-то не поставить? Я не знаю, куда его ставить. Поставим сюда вот два гарпуна, предположим, да? И здесь поставим еще заморозку. Но без генератора кто там, где там ползет? Кто-то где-то, ребят, поползет сейчас. Ага, понял. Все, я прекрасно понял. Я его вижу, этого хмыреныша. Давай, наверное, вот так вот поставим два генератора по бокам. Ёпарс, это еще не легче. Ладно, хорошо, ставим, ребят, ловушки. На каждую лестницу нам нужно поставить по ловушке, чтобы они, когда поднимались, ребята, получали колоссальный урон. Воу, вот, сейчас пойдут сверху. Сейчас пойдут сверху эти архаровцы. Будем готовиться. Поставим с вами миньона вот сюда. Еще одного. И смотрите, ребята, первый претендент уже появился. Да он тут не первый, их тут много претендентов. Ёпарс, это... Шипы, шипы, конечно же, шипы, ребят. Не знаю, получится у нас тут как-то с ними справиться. И сверху, и снизу. Да ладно, вы серьезно, что ли? Да уж. Серьезнее, по-моему, ребята, некуда.
И космовоин. И он бежит еще как раз сюда. И он бежит как раз сюда. Генератор бомбит, да, мне? Молодец, лучше не придумаешь. Да, я его вот сюда, ребят, за заморозку, наверное, влеплю. А два-то гарпуна, я смотрю, у меня не справляются, ребята, с этим всем делом. Ух ты. Тихо. Не надо, я не вижу, что происходит там, ребят. А-а-а, жесть. Все, все, вроде бы прозрели. Так. Давай вот сюда поставим еще одного, да, ребята? Миньончика пускай здесь бегает. Ах, что ж такое? У нас здесь, ребята, лестница без прикрытия была. Слушай, но пока хорошо все идет. Смотрите, ползет говнюк, ползет. Так, ну я думаю, что они еще и сверху, наверное, поползут, да? Сюда бы, наверное, конечно, бы нам... А, вот мы сейчас с вами как сделаем. Вот так вот мы будем с вами хитрить. Мы будем с вами хитрить. Что он? Ага, далеко не прошел, голубчик ты наш. Так, еще бегут, ребята. Еще бегут орлы. Давай так вот сделаем. Расстреливаем, расстреливаем, ребята, расстреливаем. Не смотрим, не любуемся на них. Еще волна не закончена, она еще будет продолжаться идти. Давай, наверное... Опа, погоди-ка, мы сюда что, можем кислотную влепить? Нет, не могу. Не могу, потому что здесь вот такая штука у нас, ребят. Мы вот так вот уберем ее, а вот так вот сделаем. Я думаю, так будет эффективнее просто-напросто. Так, гарпун. Гарпун мне некуда влепить. Придется везде, ребята, работать на заморозках. Что там у нас? Бежит, да, архаровец? Вот хорошо, что кислота на него капает. Так, а вот сюда, наверное, можно будет... Так, подожди, космовоин идет. Давай вот так вот сделаем. Сделаем так. Наверху, ребята, у нас мало этих миньонов. Давай вот сюда, наверное, поставим одного на всякий случай. Так, ну... Ага, здесь он пойдет, да? Он пойдет здесь. Все, я понял. Давай вот так вот сделаем с вами. Ты посмотри, какой настырный. Ползет, а? Гаденыш. Расстреливаем, расстреливаем. Так, этого подбили, этого подбили. По-моему, все, ребят. А, вот он, последний, последний здесь. Из Магикян. Так, еще и космовоин. Нет, ребята, волна еще... Будь здоров, тут ползет. Так что нам нужно быть предельно аккуратным. Давай вот так вот сделаем. Ну, с этим, я думаю, мы здесь разберемся. Ну, должны, по крайней мере. Хоть их тут и много, на самом деле. Смотри, ползет сколько. Но там у меня наверху миньончики, которые мне очень сильно будут помогать. Заморозку мне больше некуда поставить, ее парасетая. Что я делаю? Что я придумаю уже, ребят? Я уже не знаю, что придумать. Эй, как быть? А, мы здесь справились. Ну что же, если мы здесь с вами справились, это хорошо. Давай-ка вот сюда заморозку брошу, если что. Все, ребят, я спас я принцессу. Никто ее не смог похитить, как вы понимаете. И мы с вами получаем сколько? 600 монет. 750 у меня в данный момент общее количество. Ну что же, давайте, наверное, еще одну сразу же заходочку попробуем сделать. А вдруг у нас получится, вдруг прокатит. Где у нас принцесса? Принцесса стоит здесь. Зашибись, они ее поставили. Прям на... нормально, я вам скажу. Ты посмотри, как я здесь, извини меня, должен... Как я здесь должен с ней... Ее защищать-то? Как? Если они сверху сейчас поползут, я без понятия, вот серьезно вам говорю. Я просто без понятия, я в неком таком шоке. Ее нужно защищать, а как, я не знаю. Что-то они все вниз идут. Вот здесь будут ворота, да, они вот отсюда будут появляться. Скорее всего так. И при этом, при всем, мне еще, ребята, нужно что сделать? Генераторы поставить. Давай, наверное, вот сюда влепим один. Вот они появились. Голубчики наши. И явились, так сказать, не запылились. Гарпун, а почему ты не стреляешь? Да нет, стреляет вроде как. Но медленно, очень вшивенько, ребята, он стреляет. А, партизаны пришли. Так, дай-ка я, наверное... Слушай, я могу вот так сделать, ребят, наверное, да? Вот, пускай капает на них там. Вот эта фигня. Уже практически, ребята, подошли, да, к принцессе. Так, секунду, секунду. Мне что нужен? Мне нужен, ребята, здесь миньон. Мне нужен миньон и нужен, ребята, здесь гарпун, скорее всего. Так, погоди секунду, давай вот так вот сделаем. Опа, опа-на, опа-на. Ты посмотри, что происходит, ребят.
сможем мы здесь продержаться, ребята, или не сможем? Ты посмотри, какая здесь толпа. Похитил, что ли? Как он мог ее похитить, ребята? Ну как он ее мог похитить, если... Ой, ну и как вы скажете мне вот здесь вот, вот защищаться? Как? Смотрите, сколько я здесь. Просто бесконечная куча этих говнюков идет. Может быть, я зря вот тут вот боялся, что они пойдут сверху. Может, они не будут идти сверху, а, ребят? А я тут оборону. О, все, я понял. Они все идут снизу, а уходят через верх. Вот в чем, ребята, моя ошибка была. Короче, переигрываем этот уровень и делаем акцент с вами немножко на другом. Я не буду защищать вот этот вот верх, где принцесса. Вот этот самый верх. А нужно защищать именно вот здесь. Вот это вот самое переходящее, ребята, звено. Потому что именно здесь они гуляют. Да, именно отсюда они пойдут. Поэтому здесь, грубо говоря, наверху можно просто ставить вот генераторы. Видишь, откуда они все начинают? Они начинают с боков, ребята. Поэтому вот эти вот двери и нужно нам, как говорится, блокировать. Это самая основа. А все остальное это фигня, ребят. А все остальное это ерунда. Хорошо. Вот эти вот ворота куда у нас ведут? Кто мне скажет? Никто? Ничего не скажет? Так, генераторы работают. Давай сюда поставим один. Генераторы пашут. Так, куда вот они открываются, эти двери? Вот здесь он, да, появляется. Хорошо, поэтому ставим сюда тоже, ребята, ловушку. Да их тут что-то как чересчур, по-моему, многовато, вам не кажется, ребят? Серьезно говорю, чересчур многовато. Вот сюда мы поставим еще один генератор. Ага, они уже, ребят, наверху. Переигрываем. Так, давай пробовать. Пробовать, ребята, будем защищать принцессу. Так, значит, во-первых, нужно поставить генераторы. Это в первую очередь. Во-вторых, нам нужны с вами ловушки. Вот такие кислотные. Будем сейчас с вами здесь обороняться. Будь здоров, как говорится, да? Гарпуны нам нужны. Гарпуны мы поставим, скорее всего, с вами вот в эти вот места. Так, давай поставлю генератор сюда. Сюда поставим миньона. Так, один спрыгнул. Сюда вот заморозку. И надо, наверное, нам сюда влепить. Да, шипы. Че, все, что ли? Так быстро миньона мне распилякали. Молодцы. Ничего не скажешь. Так, здесь вот поставлю я заморозку. Так, они пойдут здесь. Наверное, здесь, ребята, нам надо выставлять. Опа, уже ворота открываются, ты прикинь. Уже ворота открываются, значит, они сейчас здесь пойдут. Хорошо, предположим, ребятуль, предположим. Давай вот сюда. А куда я могу поставить это? Вот, давай хотя бы так сделаем. Ёлки-палки, они уже тут. Я там сижу, что-то гадаю, ребята. Они уже тут вовсю ходят, ты прикинь. Вот так-то. Блин, и что же мне делать? Ты посмотри, сколько я здесь. Просто армада, ребят, целая. Целая шайка-лейка этих простофиль прет. Да я даже не знаю, что сделать-то здесь. Опа, опа, опачки. Смотри, что происходит, ребят. Давай. Нет, ну я не знаю, как тут быть. Каким образом тут вообще можно выиграть? Похитит же, да? Наверное, подойдет. Успеет. Нет? Пока, ребята, никто ничего не успел сделать. Давай вот сюда тоже поставим заморозку. Может быть, нам как-то это спасет, поможет. Давай еще одного миньона влепим. Пускай они втроем тут будут бомбить. А я другого варианта не вижу, ребят. Как тут еще можно противостоять им? Хорошо, вроде бы что-то вроде бы как получается, ребят, но я... Давай вот так вот мы поставим сюда миньона. Для чего? Сам пока не знаю. Вот так. Воу-воу-воу, ты посмотри, их сколько там бежит. Там просто их тьма. Там, ребята, их просто тьма. Миньоны, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Даже не знаю, как мне тут быть. Гарпун не ставится, ребят, здесь. Я ничего абсолютно не могу здесь поставить. Абсолютно ничего. Давай еще миньона влепим. Фу, как-то вообще, ребят, я не знаю, как я тут вообще умудряюсь выжить, если честно. Не понимаю.
Оу, сколько их там. Только шлемаки слетают. Давай заморозим, что ли, может, парочку. Чтоб нам здесь было просто попроще потом с вами просто справляться с ними. А им вообще все равно, понимаешь, им пофиг. Миньоны, не спать. Тут солдаты. Эй. Так, хорошо, пока. Давай вот сюда поставим, ребята, гарпун. Офигеть. Я представляю, если бы еще вот здесь вот сверху бы они появлялись. Это была бы вообще катастрофа для меня, серьезно вам говорю. Так, ну это еще не все, опять же, ребята. Опять же не все. Это, наверное, еще только начало, блин. Давай вот эту вот заморозку поставим. Может, кого-нибудь заморозим, и гарпуны успеют хоть расстрелять маленечко. Ну... Ну, мне нужны эти щупальцы. Вот так вот хотя бы, вот так. Чтобы хоть с кого-то снять броню, ребят. Ну, вы посмотрите, что тут происходит. Давай. Оу! А не слишком ли у вас тут, ребятулечки, много-то? Ты посмотри! А, я даже не знаю, что сделать, ребят. Просто не знаю. Я просто в шоке. Мы отбились? Да ёпрасте, мы отбились. А тут еще бежит волна. Отбились мы, ага. Давай вот так вот попробуем сделать. Сюда надо было не это ставить. Ну хотя бы так, что ли, я не знаю. Щупальцы, куда щупальцы-то влепить? Куда щупальцы влепить, ребят, я не знаю. Их слишком много здесь. Их здесь очень и очень много, ребят. Ой-ой-ой, посмотри. Просто целая армада идет. Гарпуны очень молодцы. Справляются хорошо, в принципе. Но мне, по-моему, миньонов мало. Давай выставлять еще миньонов. Вот это, ребята, эпик. Вот это эпик у нас тут происходит. Это жесть просто. Давай я вот сюда, наверное, гарпун влеплю, да? Откуда они еще могут попереть? Кто не знает? Вижу. А, нет, это ничего. Так, а где еще-то? Не могу понять. Откуда они пойдут? У нас игра случайно не заглючила? Нет, ребят, все нормуль. Я вижу, откуда они попрут. Они уже прут. Они уже, ребята, прут. Все, что можно сделать, надо делать, ребята. Любые возможности, любые шансы нам нужно, ребята, здесь воплощать. В реальность, хотел сказать уже. В реальность, ну да, в принципе, в реальность. Сколько вас там бежит, упырей? Сколько? Просто целая куча, ребята. Просто целая армия. Смотри, смотри, что происходит. Они сейчас в эту дверь заходят, да? Оттуда они выходят и, соответственно, все пойдут туда. Все, я понял. Почему у меня здесь шипов нету? Почему шипов нету, когда лестница всегда должна быть, ребята, прикрыта шипами? Да ядрить тебя на корень. Одни и те же ошибки, ребята, делаем по 1000 раз. Ну что за дела, а? Сейчас удивлюсь, если мы с вами профукаемся здесь. Нисколько не удивлюсь. Но ведь я же не позволю этого. Да, ребята, этот был уровень просто, ну, для меня какой-то эпик. Эпик уровень. Такие волны, и я все-таки справился. И 1500 монет у нас в данный момент на кармане. И давайте мы с вами что-нибудь будем, наверное. Можно или улучшить, или открыть. Я думаю, надо улучшить вот этого миньона. Так, ну что, ребят, давайте мы с вами улучшим нашего миньончика. И еще. Все, остался один грейд, и он будет у нас по фулке прокачанный. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами продолжим играть в эту игру. Всем пока и до скорого.